Здорово, ребята и девчата, и вообще все стратегические жевжики планеты. Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет. И вот сегодня, когда вы видите это видео, вышла полная версия такого пазла Дорф Романтик. Я его как-то показывал в раннем доступе, теперь полная версия. Вот сейчас вам покажу. Давайте в первую очередь глянем, какие тут режимы. Есть обучение, классический, творческий. Это типа когда ты играешь, ну, без всяких ограничений, просто рисуешь этими плитками, которые там есть. Города. Быстрый режим, тяжелый режим. Там будут какие-то челленджи месячные, так что много всякого можно положить. Ну, давайте я вам покажу, как вообще, о чем игра. Значит, идея в том, чтобы у вас не закончились плитки. Чем дольше вы это делаете, чем дольше вы играете, тем больше очков. В общем-то, идея набрать как можно больше очков. Вот здесь еще, например, дополнительно у вас квесты. Например, мне надо разместить 2000 плиток в общей сложности. Причем, ну, 771 написано, это просто я раньше уже играл. То есть это общее задание на все игры. Дальше, завершить 5 игр подряд, набрав по меньшей мере 5000 очков в каждой. Ведь одну я уже такую завершил, ну, чтобы разобраться немножко в игре. И постройте маршрут поезда, состоящий по меньшей мере из 50 железнодорожных путей. Ладно, начинаем. Первая плитка. Вот это означает, что добавьте по меньшей мере 5 деревьев, чтобы завершить задание. Тоже мини-задание здесь на карте. Выполняя их, вы добавляете себе плиток больше. Так, ну, наверное, с городом куда-нибудь в другую сторону, вообще в другую сторону поставлю. Так, лес. Видите, объединяется лес, и хоп, это задание выполнено. И мне добавилось 5, даже больше, по-моему, 10 плиток добавилось. Так, это, наверное, здесь поставлю. Поля тоже в другую сторону буду делать. А, вот и железная дорога. Вот видите, сейчас тоже выполню задание с городом. Ближе, наверное, подвину. Еще добавились плитки. Ну, в общем, вот такая идея. Так, городок, по-моему, здесь можно с... А, видите, тут задание 12 домиков, чтобы было, но в том месте не получится. Тут я закрываю, и тут не будет 12 домиков. Тут раз, два, три, четыре, пять. 11. Блин, одного домика не хватает для выполнения. Блин, и тут на задание. А, давайте их объединим. Я вот туда смогу дальше продолжить тогда. Видите, требуется 47. Но так как здесь уже есть деревья, тут останется будет еще 5 только сделать. Видите, если я тут поставлю, то я закрываю, и квесты не выполнятся. Ну, я как-нибудь вот так, наверное... И тут закрыть лучше уже. Видите, сюда не могу, потому что тут должна железная дорога продолжаться. Тоже плохо, видите, закрываю. Блин, как-то такие неудачные приходят клеточки. Тут озеро будет у меня большое, плавать пароходик будет. Вот, тут выполню квест на лес. Что? Вот, должны быть плитки еще, где много домиков, типа чуть ли не город, вот его сюда надо будет ставить. А пока, видите, какая-то фигня приходит. О, вот это можно поставить, потому что дальше там продолжается. Где-то поле вообще отдельно вот тут поставлю. О, все. Эти выполним, и там еще всего 2 домика останется сделать. Видите, тут надо 6 клеток с полями сделать. Так, 18.
И тут с лесом сделали. Так, очень все пока хорошо идет. Вот так поставлю, потому что дальше можно, видите, домики продолжать. А, вот смотрите, тут интересное задание. Я только одно из них смогу выполнить, видите, я не заметил. Тут надо, чтобы было больше 6. Но вот здесь конкретное число. Не больше 2, чтобы еще добавилось. И поэтому я его, скорее всего, провалю. Ну, я сюда пока хочу поставить. Но тут, скорее всего, я провалю задание. Блин, тут плохо, тут должна быть железная дорога с полями, чтобы я вот это смог выполнить. Да. Видите, только поле только сюда мне осталось возможность добавить. Ну ладно. Будет не выполнено, задание провалено. Речка. На речке, на речке, на том бережочке. Мыла Марусенька. Что там, белые ножки? Так, видите, тут до 4 написано, как раз ровненько сюда и встает. Ладно, тут закрою. Фига тут развилка. Может, мне тут лучше закрыть и все. Пускай там будет еще железная дорога. Завершите группу, разместив плитки на подсвеченные края, чтобы выполнить это задание с флажком. Тут и тут надо как-то закрыть, чтобы... чтобы, ну, закрытый водоем стал. Видите, если я сюда ставлю, то это... То есть надо ждать плитки, чтобы железная дорога была, и поля. Ага, видите, я тут закрываю иначе. Черт. Ладно, будем сюда лес вести. 238 надо. Хреново тут так ставить. Ладно, видимо так поставлю. Потому что тут иначе придется железную дорогу с этим искать, с водоемом. А оно... Чё-то вряд ли оно будет. Нет, тут тоже не хочу. Давайте как-то так.
тут попробуем как-то залочить. О, а что за идеально? Мне за что-то очки дали, за то, что что-то идеально сделал. Фиг знает что, правда. Да, все как-то... Все как-то не очень... Тут, наверное, сюда проведем пока. Тут, блин, тут столько всяких можно. О, на 54. Это у нас есть такое. Я тут я лес буду. О, и на 10. О, вот так давайте. А, тут не больше 4, видите? Черт, ну давайте. Блин, если я сюда поставлю, ничего не выполнится. Никак не воз... Ладно, я бы сюда поставлю, просто чтобы это хотя бы выполнить. Хоть одно, чтобы поле было и железная дорога. Хотя я вообще не представляю, как тут можно это выполнить. Потому что тут надо, чтобы не просто поле было, но и выходящее дальше куда-то. Спрятался что-то от вас. Ладно, сюда давайте. О! Блин. Наверное, надо уже отпустить эту. Вряд ли я это смогу выполнить. Хоть железную дорогу дальше поведу. Там, конечно, жалко. Блин, вот железная дорога с этим, с водоемом пришла, главное. Может, сюда? О, давайте сюда, тут как раз конец водоема, и вот здесь потом мы железную дорогу соберем. Вот, наконец, с полем. Но я все равно не смогу бы это выполнить. Все равно не хватает. Тут бы поле тут заканчивалось, и все. И 4 полей не получалось бы. К сожалению. О, 16+. Так. Сюда можно, наверное. Но видите, не 16+, а не больше 7. Там не больше 16 было. Не, сюда лучше. Фигово ставить тупичок, может быть, для железной дороги. Все тут я уже закрыл, что ли? Походу я выход к домикам закрыл. А, вот, во. А, тут не больше 12. Так, значит, надо отдельно где-то делать. Давайте вот тут.
Подожди, а где подсвеченное? А, вот эти два надо закрыть. Блин, а там речку придется делать. Блин, сложно, слушайте. Не понимаю, где еще подсвеченные? Вы видите, где подсвеченные? Хм. О, нормально пока идет. Ровненько три, видите? Сейчас выполним. А, тут надо не больше. Ну, что-то одно выполним, одно. Или попробуем и то, и то. Ладно, давайте я сюда размещу. Три поля-то не проблема, мне кажется, поставить будет. Так. Блин, тут я не хочу ставить вообще. Так. Блин, ну тут будет хреново. Тут надо и речку, и домики. Блин. Не больше 12. Такие задания, конечно, сложные. Выполнили отлично. Чисто, чтобы водоем завершить. Так, лес тут надо будет закрывать. 16. Так, два домика, 6. Нет, тут все закроется. Блин, больше домиков. Там 6 надо, у меня тут 7. 7, блин. И сюда мне ничего не приходит пока что. Шьёрт побери. Так, тут уже не совпадает ничего. Надо сюда поставлю. Ух ты, 311 деревьев. Плюс. Блин, тут будет тяжело потом вывести. Давайте сюда лучше поставлю. О, тут выполнили, закрыли. Ой, тупичок для железной дороги. Давайте вот здесь, наверное.
еще 1100 плиток. Блин, у меня 14 плиток осталось. Я скоро солью. О, кайф. Это вообще зашибись подошла здесь. И последнее. Так, так. Еще появляются плиточки. Работаем. Значит, тут деревья, тут домик. Вот тут нужен река и домик. Понимаете, хрен мы такое найдем, как мне кажется. Так. Да, а вот в этой клетке помещения, тут, видите, стройтесь до этого места, чтобы открыть специальную плитку. Так что поведем туда лес. А тут я закроюсь. Блин, нет, я, наверное, не хочу тогда. Тут, видите, закрыться надо. Вот эту мы закрыли, теперь тут осталось закрыть. Не знаю как, правда. Не больше 24. Ну, елки-палки. Почему мне такие дают? Блин, не больше 21, что ли? Я хотел всегда, чтобы было 21+, чтобы можно было больше строить, а меня тут ограничивают постоянно. Да блин, когда эти озера закончатся? О, вот так закрываем, и выполнено. Так, отлично. Домик, лес. Сюда пытаюсь к этой плитке. Так, господи, что такие эти разъезды? Вот в этом месте мне где-то нужен был, была нужна такая вот, но... Сейчас уже не особо. Так, отлично. Теперь мне нужна плитка на два домика всего лишь. Где мне такое найти, интересно? Ладно, сюда поставлю. Одиннадцать плиток. Все тут не соединяется. Железная дорога и лес. Нигде такое мне не надо.
4 домика, там 2, тут 7. Да елки, моталки. Так, и что далее? 8 надо. Блин, у меня 7 плиток остается. Я тут что-то не вывезу, походу. Это не выполнено, это не выполнено. А вот это закрыть где? Давайте попробуем. А блин, так еще дальше надо. Получается, я не закрываю нифига. Поля и железные дороги. Нету вообще заданий на это. 5 плиток. Ну, походу... Блин, тут не больше 2. Вот тут я, конечно, залажал. Да... Бессмысленно. И тут не больше 2, да елки-палки. Все, последняя плитка. И тут я никак не выполню ничего. Да. Плитки закончились. На этом... вот я 206058 в рейтинге играющих. Ну вот такая игра. В общем-то, вот так вот оно и заключается. Там все больше плиток потом открывается. Можно так красиво сохранить. Можно и без игры вот такие домики создавать. Не домики, а ландшафты красивые. У вас еще одна плитка в стопке. В смысле... А, это я типа нажал отменить ход. Вы видите, можете ход отменять тоже при большом желании. 5600 раз. Ой, 5600 клеточек. Ну, блин, ребята, совершенно забыл, заигрался, забыл. У меня есть 3 ключа от Dorf Romantic. Мне разработчики прислали, чтобы я кому-то из вас отдал. Традиционно отдам спонсорам. Первым 3 спонсорам, которые в Дискорде. В Дискорде. В логове Жеужиков, как он там у нас называется... в Дискорде, напишут, что они сделали для Украины за последние, вот пока идет эта война. Кто первые 3 человека это сделают из спонсоров, те и получат ключи от для Dorf Romantic. Максим, кстати, Максим, просто отметься, я тебя просто так кину. На этом все. Обратите внимание на игру. По-моему, неплохая такая... хотел сказать, убийца времени, но я бы даже сказал, логическая головоломка, чтобы... ваш мозг не простаял, не знаю, чем вы там занимаетесь. И красивая, спокойная. Я, кстати, не знаю, есть ли на планшетах... Я-то с компьютера это все делал. Dorf Romantic... На этом все, играйте в умные игры и слава Украине! Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!